Отмечают День города сегодня не только москвичи. Праздник и у жителей Тулы. 871 год со дня основания. Главные гуляния, конечно же, в центре. Ярмарка, выставка оружия, традиционный тульский самовар. Мероприятия и на набережной, квесты для детей и взрослых, спортивные соревнования, а ближе к вечеру фейерверк. Сегодня же тулики отмечают еще две знаменательные даты. Это 240 лет со дня основания Тульской губернии и 80 лет со дня образования Тульской области. С поздравлениями к жителям всего региона обратился президент. Он отметил, что область обладает серьезным промышленным, аграрным потенциалом. Здесь, добавил глава государства, любят и умеют трудиться, бережно хранят традиции и обычаи.